Да вот отель это, конечно, что-то. Привет, ребята. Честно, я не знаю даже, как лучше начать это видео, потому что меня сейчас просто переполняют эмоции, я не знаю, что говорить. Ну, короче, с сегодняшнего дня и на следующие 3 дня я поеду в танцевальный лагерь, да. Что это именно такое, что мы будем там делать, я вам расскажу чуть попозже, но суть в том, что мы будем танцевать, мы будем там жить и будем проводить классное время. Я выезжаю из дома через несколько минут и уже подготовила себе здесь все сумки. Вот это вот у меня сумка со всей танцевальной одеждой. Здесь у меня мои разные штаны, майки, носки. Также вот кепочки типа для стиля и бутылка воды. Но это лично для спальни рюкзак. Там все мои личные принадлежности для гигиены. Там моя пижама, полотенце и все другие вещи, в которых я нуждаюсь в поездке. Чтобы вы понимали, время сейчас 8:30, а лагерь начинается в 5:00 вечера. Да, ребята, в 5:00 вечера. Я не знаю, что я буду делать сегодня целый день, но рано я так еду, потому что я еду вместе с нашим тренером, с нашим учителем, потому что меня никто не может отвезти, так как эта студия, в которой у нас будет лагерь, находится достаточно далеко. И как бы да, я заранее все подготовила, заранее оделась, вот. И сейчас вместе с мамой поедем в студию. Я сижу в машине, все уже собрались, и сейчас мы выезжаем в студию в другой провинции, в Кэм. Ребята, здесь так круто, здесь столько много студий, и одна есть такая прям огромная студия, огромная комната. Боже мой, кстати, студия называется Start Up, она находится в Чонбури, это 40 минут от Паттайи. И, о боже мой, как же здесь классно. Я вам уже сказала, начинается вся вот эта вот движуха в 5:00 вечера. Ну нет, наверное, начнется все гораздо раньше, но именно первый танцевальный урок у нас будет в 5. Я не знаю, что я буду все это время делать, потому что сейчас 11, еще куча-куча времени, да. Но меня сейчас поселили, так сказать, в комнату, здесь 2 кроватки. Возможно, полежу, что-нибудь посмотрю, не знаю, но студия реально, она огромная, здесь куча разных комнат и просто офигеть. Небольшой рум-тур по этой мини-комнате, здесь 2 двухъярусные кровати, вот такой вот мягкий стульчик, также кондиционер, то есть здесь достаточно прохладно, и вот такой вот кауч, да. Сразу говорю то, что в этой комнате я спать не буду, то есть это не та комната, в которой мы будем ночевать. Ночевать мы будем в другом месте, но пока здесь я буду отдыхать и ждать. Да, уже 2 часа дня, я поспала где-то до часу, и потом мы все вместе поехали в ресторан, уже там покушали, вот то, что у меня было на обед. Я думала, то, что это будет очень острое, то, что я ничего не смогу есть, потому что это был тайский ресторан, но было очень-очень вкусно. Мы вернулись в студию, здесь уже начинают постепенно все приезжать, а я начинаю постепенно очень-очень сильно волноваться. Нам здесь выдали тесты на ковид, чтобы мы их сдали, чтобы никого не нашли и чтобы все были защищены. Так что сейчас будем сдавать, надеюсь. Ну, я, в принципе, уверена в том, что у меня будет негатив. Ну и к
где-то через несколько минут мы пошли на наши танцевальные занятия. У нас было два урока, и оба они были по хип-хопу. Было немного сложновато, но при этом было очень-очень весело. Мы друг с другом соревновались, вместе танцевали. Было круто. A few inches later. Только что прошло уже два урока, остался еще один. Каждый урок по полтора часа, чтобы вы понимали, ребята. У меня сейчас все ужасно болит. Я хочу просто лечь и ничего не делать, но нужно файтинг, нужно идти до конца. Мы сейчас пойдем на еще один урок. Это будет хип-хоп корео. И да, пожелайте мне удачи. Закончится оно у нас, по-моему, 8:30. Ребята, это, конечно, был очень-очень сложный день, с 9 часов на ногах, сейчас почти 12, и мы наконец-то заселились в отель, но как это отелем не назовешь, это скорее такой апартмент, в котором много-много комнаток, и нас по этим комнаткам разделили, и сейчас покажу вам рум-тур. Да? Рум-тур, пока здесь никого нету, пока все чистенько, здесь у нас стоит вот такой вот стол со стульями, который, скорее всего, нам вообще не нужен. Будет, да. Конечно же, вот такая вот двухспальная кровать, потому что спать я буду вместе со своей подругой Angel, да, со своим дуэтом. Тут у нас зеркало, немного странновато, да, зеркало напротив кровати, но тем не менее. И здесь у нас, соответственно, туалет с душем. Я сейчас пойду в душ, увидимся с вами завтра, я вам расскажу поподробнее вообще о сегодняшнем дне, потому что сейчас очень-очень сильно хочу спать. И да, увидимся завтра. Ну что, ребята, всех с добрым утром. Время 8 часов утра. Я только проснулась. Подруга еще спит. Из-за этого я немного тихо буду разговаривать, но я очень надеюсь, что вы меня слышите. Я сейчас чищу зубы, сейчас буду принимать душ, переодеваться, и потом мы пойдем завтракать. Потому что сейчас у меня вообще настроения говорить нету, так как у меня начались месячные. Да, я проснулась, посмотрела, и это пипец. Как так? У меня по подсчетам они должны были начаться через несколько дней, они у меня начались сейчас, и это пипец. А у меня еще 2 дня полных дней танцев. Время 9:30, я типа привела себя в порядок, и сейчас мы приехали, точнее пришли в Сан-Милан, потому что он находится около дома. Купим позавтракать и пойдем обратно кушать, потому что я просто старая. Анбоксинг покупочек. Здесь у меня, конечно же, прокладки, потому что как бы месячные начались, да. Я взяла вот такие вот, 4 здесь прокладки. Надеюсь, что мне хватит. Также вот такой вот кейк-ролл, так вот захотела что-то сладкое. Орео, M&M's. И основное мое блюдо – это сэндвичи. Единственное то, что я закосячила, это то, что не взяла напиток. Ну ладно, попью воды, и потом, если что, схожу что-нибудь куплю, да. Ну, теперь у нас с вами время поговорить вообще про кэмп, что вчера было. Вчера у нас было 3 урока, и они будут у нас каждый день, 3 урока. То есть за вот эти вот 3 дня у нас их будет 9. Каждый урок длится по 1,5 часа, и каждый урок ведет разный учитель. Все эти учителя собрались из разных студий в Бангкоке, в Таиланде. Все они ведут разные стили танцев, и, боже мой, ребята, я просто на первом же уроке сдохла, потому что это такой уровень, это так круто. Они совсем по-другому двигаются, у них совсем другая пластика, другой грув танцевальный, и это просто офигеваю от них, они все такие крутые. Сегодня у нас еще будет 3 танца, по-моему, хаус. Это нужно там прыгать, сделать спаунсы, то есть это типа ноги работают, также локинг. Не знаю, как вам объяснить этот танец, но, в общем, локинг, да. И потом локинг с афроамериканскими движениями. Афроамериканские движения — это вообще какой-то новый стиль для меня, я никогда не учила его. Так что, да,
кемп просто прекрасный. Но вот отель это, конечно, что-то. Вот что мы заказали. Здесь вот такая вот какая-то японская непонятная штука. Это получается мочи, и тут внутри клубника, и еще что-то посыплено. Я не знаю, что там еще внутри, но выглядит эффектно. Также здесь вот такой вот персиковый напиток. Да, японская еда не самая вкусная. Ребята, я переоделась. Вот у меня вот такой вот аутфит. Сейчас уже выезжаем все вместе на машине. Ехать до этой студии где-то 20 минут. И да, надеюсь, я сегодня не сдохну. A few inches later. Время 7 часов вечера, и на сегодня у нас танцы окончены. У нас сегодня также было 3 урока. Я сегодня не очень много для вас снимала на танцах, но постараюсь завтра, в финальный день, побольше вам рассказать, все показать. И да, я очень-очень сильно устала. Сейчас я, скорее всего, схожу покушаю, и потом буду уже ложиться спать, потому что очень-очень-очень сильно устала. Заценить мой сегодняшний аутфит. Сегодня у меня последний день, я решила одеться полностью в красное. Красные штаны, черный топ, черная маска, красный чехол. Третий, последний день, поехали, да. Время 2 часа дня, я сейчас пойду на танцы. И да, сегодня у нас последний день, также 3 урока. Пожелайте мне удачи. И вот что у нас тут есть. У нас здесь еще есть арбузы, есть еще есть сэндвичи, и до этого еще была лапша. Я не знаю, куда она делась. Дальше вот, у нас перерыв, я кушаю. Очень люблю кушать. Ну а потом у нас было финальное наше выступление. В этом выступлении мы должны были показать все, что мы за это время выучили. Нас разделили по командам, мы вместе танцевали, делали фристайл. И было очень-очень весело. Я очень сильно рада, то, что приняла участие в этом лагере, потому что это было очень-очень круто.